Здравствуйте. Сегодня я вам хочу кое-что показать. Я вот специально тут занимался уборкой, снял дупляночку, вытащил, пока самочка вылетела. Значит, у меня загнездилась самка полевого воробья. К сожалению, самец прожил более 7 лет и погиб. А вот самочка достаточно еще молодая. И она спарилась с Юрком. Значит, вот что получилось. Сейчас мы аккуратненько откроем дуплянку. Дуплянка была пустая. То есть я ее поставил вообще для других целей, не для разведения. А я поставил, чтобы там воробьи в ней ночевали. Поэтому я никакой субстрат туда не вложил. Вот все, что здесь есть, это все птица натаскала сама. Сено, бумага, перья, пух. И вот они, яички. Но меня сразу смутило цвет яичек, потому что у полевого воробья они коричневые. А здесь они получились голубые. Ну вот, раз, два, три, четыре, пять. Пять яичек. Пока сидит самка. То есть это явно получился гибрид самки полевого воробья и самца Юрка. Высидит, не высидит, неизвестно. Что получится, неизвестно. Выживут, неизвестно. То есть это, так сказать, не целенаправленное я делал, а случайно получилось. Что из этого получится, пока не знаю. Но самка пока сидит. Вот. Поэтому я не буду долго снимать, чтобы птица вернулась обратно. Ну вот наглядно я вам демонстрирую, чтобы было интересно. Я думаю, особенно Васе Вишневскому это будет интересно, так как он любит снимать птичьи гнезда, яйца, подобные вещи. Вот такие вот. Ну а теперь это все назад возвращаю. Спасибо за внимание.